Ну и, в общем, побывав в цивилизации, помывшись в бане там, постиравшись и так далее, мы с Серегой отправились на Марху, на поиски Таймения. Марха – это такая речка с чистой водой. Вот этого путешествия я ждал очень долго. Думал, ну там-то я, конечно, поныряю. Итак, всем привет! С вами Александр Бухонин, и это Марха. Сейчас мы с Серегой отправляемся на Марху. Вернее, мы уже на Мархе. Вот река Марха, это самый крупный приток Вилюя. Мы отправляемся в верховье Мархи, где будем ловить таймень, щука, окунь, хатыс. Вот. Хатыса там нет. Как, ну скажи еще раз. Хатыса там нету. Вот. Ну как говорится, ищи, охотник. Найдем. Вот. Марха отличается тем, что здесь очень чистая вода, это горная речка. Вот. И мы отправляемся в верховье ее. И будем идти среднее течение. 300 километров будем идти туда. Это займет у нас примерно 12 часов. Мы взяли с собой 250 литров бензина. И все, что там есть. А, еще то. Еще литров 100 там есть. Нам должно хватить, чтобы сходить туда и вернуться. Вот. Это, пожалуй, самая долгожданная поездка моя в Якутии. Посмотрим, что Марха нам подарит. Итак, это еще не все. Прежде чем отправиться, мы должны как покормить? Да. Покормить баяная. Серега, что такое покормить баяная, скажи? Это дать дары природе. Это не дары, а угостить духа охоты и рыбалки. Чтобы охота была удачной. Да, чтобы охота и рыбалка была удачной. Вот. Что? Баяная угостили, теперь можно отправляться в путь. Что? Да, давай, отсюда. Марха очень мелкая речка. Множество перекатов, поэтому очень опасно. Пощади!
Вот, как оказалось, река Марха очень коварная. Вода низкая, и мы налетели на перекат. Серега, покажи, что с нашей винтом стало. Вот, все, превратил наш винт. Перекат на Мархе. Поэтому здесь надо быть максимально аккуратным и осторожным. И не зная брода, не сосемота. Так тут говорят, Серега? Да, да, да. Вот такие дела. Ну что, сейчас поменяем винт и продолжим движение, а это подправим потом в лагере. Так, по ряду независимых от нас причин, да? Нам пришлось, мы не добрались до места, нам пришлось разбить лагерь, да? Да, конечно. Вот, но, так сказать, мы не забываем про Байная, да, Серег, правильно я говорю? И Байная, и этот, местных духов, которые здесь живут. Которые здесь живут. Мы дошли до куда? Как это называется? До Маджигар. Маджигар дошли. Завтра нам предстоит еще полпути, да? Меньше. Меньше полпути, да? Ну, сейчас мы переночуем по... Так сказать, задобрим духов, отужинаем и за светло доберемся. А? Ну, давай. 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 А. Вот таким образом. Якутии чтят традиции, духов, уважают природу и историю.